Привитос, амигос, короче, сегодня хотел Metal Gear еще одну серию записать, да, там уже, ну, третий взгляд, третий шанс, все дела. На самом деле игра уже там настолько разочаровала меня на втором часе игры, что решил видос не выкладывать. Ну, может, попозже его переделаю, там, может, там переозвучу местами, выскажу, что мне не понравилось в этой игре, но реально она хуже Безумного Макса, она просто вообще, не знаю, кому вообще может понравиться эта игра. Вот, но вместо нее сейчас запишу Layers of Fear, то есть, как я понимаю, слои страха, насколько мне позволяет знание моего английского языка и фотошопа, да? Layers. Короче, хоррор, все дела, ладно, что-то я, блин, разговорился, понеслась. Большинство дисплей, да что ж такое-то? Почему игры так запускаются, дергано? О, господи. Тут я дальше не знаю. Сейчас, знакомое слово вижу, переведу. Подождите, о, голова, что-то моя голова. Defender, блин. Это он рекламирует, короче, компьютерные мыши и клавиатуры от Defender. Мои руки что-то там вырезали. Какая-то там ночь, холодно, сладко. Но здесь другой базар. Ну, вы поняли, короче, да? Да пошел в жопу, скиньте это говно. Че, почему субтитры идут в темноте? Ну что это такое? О, блядь, очередная цитата наверняка какого-нибудь Омара Хайяма или... А, Оскар Уайлд. Ну, Оскар Уайлд известный. Известный этот мыслитель. И че? Че это такое? Континуум. Забыл даже, что хотел сказать, короче. Да, русского языка нету. Это вообще игра с ранним доступом, все дела. Ну вот мы видим, что Пушкин убил свою няню на этой картине. Ну, это ж явно, ну, Пушкин сидит. Тут ворона утаскивает какого-то голожопого жирненького пацанчика с маленькой пиписькой, из которой он еще и ссыт. Смотрите, он в полете еще и ссыт. Ну, картина, ну, чисто ранний экспрессионизм. Что-то экран подергивается, правда. Ну и на какую кнопку двери открывать? А, на кнопку мыши. Как интересно. Фонаря нет, ничего нет. Но видно, что тут, короче, 18 век какой-то, может, 17-й. Хотя нет, электричество уже изобрели. Отлично, все шкафчики открываются. Что-то фотка какая-то. Брачная фотка. Ну, видать, развелись. Сейчас фотку напополам режут при разводе. А тогда, видите, лица, видимо, было принято заштриховывать. А, в моде были, значит, шкафы. Но в эти шкафы ставить было нехер, кроме чашечек, тарелочек, синьки всякой. На самом деле, очень темно и ничего не видно. Я не знаю, получится ли в фотошопе. В фотошопе это все осветлить. Значит, тут какая-то записка. Мало того, что на английском, так еще и почерк какой-то, я не знаю. I didn't touch the lookshop. Типа, я пошел в магазин, дальше вообще не разобрать ни хуя ни слова. Ну, видимо, это доктор, какой-то врач, видимо, оставил записку, потому что я маму делал такой шрифт. Просто охереть. По кухне у нас бегает домашний тушканчик, он ускакал сейчас под стол. Ну, графика неплохая, так-то для хоррора. Завезли. Только что-то главного героя болтает при ходьбе. У меня реально голова болеть начинает. Ну, что это такое? Смотрите. Лево-вправо. Сейчас, смотрите, я три круга Я сделаю ровно три круга вокруг стола, и вы изблеванете. Просто вообще, не знаю, мне вот эта качка при ходьбе, она мне давит на мозг. Утюг какой-то ленинский еще, наверное, на углях, который работал. Что-то я не понимаю, что это за ниша такая. Это типа плита, наверное, да? На кирпичах надо было готовить. Ну и самое место над плитой повесить картину, которая от жары потрескается, короче, в говно, но... По фэншую. А что, двери надо, чтобы открывать, надо рядом стоять, что ли? Прика и гано. В бутылках все понятно. Чеснок надо взять. Вдруг это хоррор про вампиров. К сожалению, нельзя. Господи, вот есть же люди, которые знают английский, а? Надо вот кто бы.
Кого бы рядом посадить и заставить переводить все это говнецо, которое тут понаписано? Да. Буржуазийная картина какая-то, свидетельствующая об изобилии пищевом у высших слоев населения, которые могли себе позволить такое домище. Что-то заперто. Я хозяин дома или нет? Что значит заперто? В ванне темно, стекла разбиты. Я хоть не босиком? А, у меня вообще ног нету. Ну, нормально, значит не порежусь. Ой, блядь. Ну там вообще, наверное, можно с лестницы, наверное, в подвал ёбнуться. Надо фонарь найти. Без фонаря тут нехер делать. Ничего не видно. Картины какие-то вообще. Вот это что за убогая херня? Это ж троллфейс, ёптать. Опять вон мальчики с пиписьками, я смотрю, в почете в этом доме. Очень их любят. Постоянно, если рисуют ангелочек, то он голожопый и с маленьким членом. И белый. Обратите внимание, что все пупсики, нарисованные на картинах того времени, они белокожие. Что-то мышка подзаела сейчас только что. О. Да ёпта. Ёбаный ты пианист, блядь, ты чё? Да, сука, с твоими руками только, блядь, я не знаю. Поле плугом вспахивать. Музыкант из тебя так себе. А, ну, я, конечно, ноты немножко учил в свое время, но я что-то подзабыл их, короче. Я не хер узнаю, что это за мелодия. Преобладают высокие ноты. Очень даже высокие. Херня какая-то, короче. Наверное, шансон какой-нибудь. Что такое? Что в этом доме все ломается? Он хоть застрахован? Тут вообще почему-то двери все нараспашку. Сквозняк, наверное. Джиперс, криперс. Зеркало разбитое. Чё это за дом такой? Чё тут? Кто тут живет? Песня такая еще, что-то вокруг, что-то вокруг. Что-то повсюду, что-то повсюду. О, персня. Нормально. Можно повертеть за каким-то хером, посмотреть, наверное, пробу. Тут, походу, живет какая-то, ну, очень страшная баба. Слушайте, главный герой даже прямо не стоит, его мотает. Просто у меня реально голова от этого кружится. Головокружительный хоррор прямо. Что там написано? Галактический Grand Opening in Flames. Хер его знает, что это такое. Rich Fortune. Единственное, что я знаю, что это пятница 206 года, походу. А чё, Лондон? А, нет. Боверсхед. Линкольн. Да, но я надеюсь, что когда-нибудь переведут этот мега-хоррор. Картина типа «Молилась ли ты на ночь Дездемона», видимо. Ну и барский ковер. А это там шкаф, что ли, такой здоровый? Зачем-то можно ручку покрутить, но он и так работает. Новое лицо в музыке. Отлично. Какая, блядь, однообразная песня, что-нибудь там другое-то есть? Слушайте, а тут точно нету русского? А, тут и меню-то, блядь, нету. Ничего нету. Пошел, блядь, дверь открывать, вернулся, а тут до сих пор эта хуйня играет, господи, вообще. Я не знаю, тут с ума же можно сойти и слушать. Ах ты ж, блядь, что это такое? Я думал, на меня нападают, это бутылки на кривых полках посыпались. Хозяюшка-то побухивала, тарта пустая. Вообще что-то закрыто. Фуфайки, понятно. Фуфлайки.
Так, ну вот, здесь, наверное, начнется хоррор, потому что кровища, ключика нету. Fast, efficient and discreet. Типа, выводим крыс, походу. У вас постоянно что-то крысят? Звоните Гене Лысому. Подъедем, решим. Опять какой-то маркиз. Тут уже какая-то другая мелодия хоть заиграла. На фортепианке что-то. Что так темно-то, как в заднице? Тут и лампа есть, значит, где-то она должна включаться-то. Нет. А, во. Щелк. Что это за глаза такие у картины какие-то? Как будто кто-то их просверлил, там две дырки беспалевные, сидит там, короче, это... Подглядывает. Или это просто реалистичные, наверное, глаза тут, блять. Леонардо да Винчи бы так... О, да он еще и волосатый. А издалека норм... Че это такое? О, ёптать. Алло, алло! Это скорая, приезжайте, я ёбнулся. Походу. Слушайте, он от дверей был, если смотреть, он был нормальный, лысый. Лысый поцик. Я думал, это младенец, а подходишь, это оборотень какой-то поганый. Недавно видел ВКонтакте у кого-то, короче, картины мексиканского или испанского коллекционера искусства, короче, картины. С одной стороны смотришь, там портреты, а если изменить угол обзора, короче, там мертвые лица. Или всякие дьявольские. Блять, что-то все разбито-то. Дом какого-то безрукого человека. В смысле, не безрукого, который этот, Саша Белый, а в смысле, человек, у которого руки кривые. Спички, съешки, очечки, ничего взять нельзя. Ключик нашел, понятно. А, записка, да. Мой дорогой друг, позволь мне спросить тебя, позволь задать тебе один вопрос. Have you complete... Tell you lost, motherfucker, your goddamned... I know my god, блять, пошел нахер. Долгий вопрос какой-то у тебя. Когда будешь это, do you speak Russian, тогда будешь спрашивать свои дурацкие вопросы. Ой, а чё? Ещё одна какая-то комнатюлька. Мячик. Дверь такая, смотрите, толстая, блядь, дубовая, чтобы это исчадие ада мелкое оттуда не вырвалось, наверное. И чё тут? Все нормально. Спальня детская, он как этот манежик, клетка. Солдатик из The Space. Да не, это обычно деревянное чучело какое-то. Вот, у него тут коллекция этих уродичных. Уродичных солдафончиков. Ой, что это такое? Что это? Погремушка, что ли? Да, погремушечка. Опять ничего нет. Я чуть не врубаюсь, что это за хоррор такой, короче. Походу опять. Единственное, что здесь можно делать, это ходить. Закрыто. Я ключик-то нашел, но он, видимо, не отсюда. Опять это говно заиграло. Something every way, something every way. I found the rain, da-da-da. И не отсюда. А откуда-то да. С первого этажа, там где записка висела. Something every way, something every way, блять. Чё за певица такая? Тут на каждом этаже своя музыка, что ли, играет? Сейчас потому что кто-то завыл. А у этой двери я чё не буду. Подвал, там мне что-то и не хочется. Я вставил ключ, и у меня FPS стал 9 внезапно. Чё за борода?
какой-то мощнейший художник, смотрю, творил свои творения. Видно, да, что хозяин дома-то бухой, блядь, что его аж шатает, ёптать, он прям перед зеркалом стоять даже не может. Чего, блядь? Сейчас скажу, что здесь написано. Раствор фурацилина, блядь, полоскать 2 раза в день. Еще какие-то таблетки, хуй поймешь. Диагноз вообще, дальше вообще не разобраться. Ну, видно, доктор пишет, блядь, херню какую-то. О, бес сидит. Опять этот... Он, видимо, копирует свои картины. Продает. Синька. Источник вдохновения. Понятно. Заперто почему-то, хотя у меня ключ есть. О, нифига, сколько у него тут карандашиков. И кисти. А, это кисти, это кисти. Из этих кистей можно костер развести. Что это такое? Их можно даже повертеть за каким-то хреном. О, какие кисти. О, бля, какие кисти. И все сломаны, кстати говоря. А это что такое? Я опять слышу эту песню со 2-го этажа. Я уже даже дверь закрыл. Здесь, походу, можно посидеть. Нет. Здесь, наверное, натурщица позировала. Ну, рисовал голых теток или нет? Давайте посмотрим. Не понимаю я этого искусства, короче, что-то борода какая-то. 2 кровавые сопли на фоне утренней зари. Клод Моне, 305 год, блядь, 2 миллиона долларов, нахуй. Минимальная ставка. Басас, тут хоть... Они бы хоть что-нибудь сюда положили, я не знаю, но если все ящики открываются, а что, ничего нет-то ни в одном? Да, блядь. У него краска в таких тюбиках, что ли? А, ну это профессиональная, наверное, да, такая, которую они сначала на эту, на палитру выдавливают, короче, вот на эту вот досочку, потом с досочки начинают сюда рисовать. Не, кстати, прикольно. В парках во всяких частенько сидят такие художники, рисуют там березу свои. 3 часа сидят, что-нибудь там рисуют, короче. Всегда поражался, как вообще можно этими фиговинами нарисовать какую-то картину. Мне даже натюрморты, сука, не удавались ни разу в жизни. Get it right this time. Сделай правильно на этот раз, что ли? О, смотрите на походку хозяина дома. А я иду, шагаю с кабака. А я уже давно в говно. Чё он, блядь, хромоногий, что ли, какой-то, или чё? Может, у него протез деревянный? Просто походка-то не может быть такая. Раз на правую, раз... Он на правую ногу хромает именно, смотрите. Вот. На правую, на правую. Мы, наверное, каким-нибудь этим капитаном, блядь, морским волком играем, у которого это, палка такая вместо ноги. Пардон. Так страшно, что ж захотелось отойти пожурчать. Едем дальше. Вообще, я как бы стараюсь не записывать... игры, где нет перевода. Как правило, это инди... Чё за хуйня? Я отсюда пришел? Чё-то темнеет. Я не пойду тогда туда. Короче, это... Не записываю игры без перевода, потому что это всегда инди-игра. А в инди-играх всегда все завязано на тексте. То есть надо понимать суть процесса. А я нихера не понимаю. То есть, и поэтому, и зачем мне это надо. Но просили уже после этого Гридберда, блядь, или как его записать. Так что я исполнитель желаний просто. Ну, типа, двери сами стали закрываться. Хоррор попёл. Попёр хоррор. Хоррорище просто. Ты чё, охуела? Сука, падла, я тут, понимаешь, над переводом раздумываю. Out of reach. Чё-то, иди, богатство, блядь, какое-то. Чего написали? И чё,
Что, мне куда, обратно, что ли? Что за бред? Опять другой коридор. Вентилятор. Ты, события не такие древние, как показалось. Уже вентилятор изобрели. Чё за нахер? Козлу какому-то поклоняются, что ли? Going in circles. Цирк? Иди в цирк. Клоун ебаный, да? Вы про это, что ли? Эть! Да какого хера двери-то закрываются? Я буду жаловаться в соответствующие органы. Какие-то бюсты. Шепот какой-то. Я слышу в ушах журчащий такой шепоток чей-то. Код? Ёптать, откуда я знаю? 000, наверное, ё-моё. Какой еще может быть? Я никакого кода так-то не находил. Где-то написан. Может, он и написан, но темно ж как в заднице. Кривое управление сделано, когда дверь на себя, надо как бы мышку тянуть, чтобы правую, короче, дверцу открыть на себя, мышку тянешь, чтобы левую от себя почему-то двигаешь. Странно очень. Но я, блядь, не вижу никакого кода здесь нигде. Может, какая-то загадка здесь есть? Чё внизу написано? 2015-й. 1599-й, блядь, 2015-й. Нихуя ты пожил. Два раза пожил просто. О. Ёбаная насрать. Бежим отсюда, нахуй. Чё происходит? А, картины поплыли. Ебать. 485. Фу, главное не поддаваться панике. В любой экстремальной ситуации первое, что надо запомнить, это не слушайте меня. Какой там код был? 485 1, 2, 3, 4. Вы готовы к тому, что я сейчас наберу эту цифру? Сожмите пуканы, ща походу бахнет. Сундук Пандоры, твою мать. Паркет, кстати, смотрите, как нарисован. По-моему, хорошо. Хорошо, паркет. Что там? Оп. Я дам вам 50 рублей, и мы не будем открывать черный ящик. Сейчас буду как Якубович торговаться. Так, сейчас, подождите, надо закрыть, а то как полезут демоны. Одним глазочком. Что там? Оп. 100 рублей даю, и мы не открываем. Вращайте барабан. Оп, чё? О. Past holds back. Look closer. Смотри ближе, чё? Прекрасный кусок дерьма, говорит он. Да обычная какая-то балда, ёптать, из турецкого магазина за 200 рублей. Вот этот камень синий. Ну чё, вы где синие камни драгоценные видели? Это стекляшка, ёптать.
Ну а это в формочке отлили, ну красиво, ну борода, короче. Я-то тот еще этот никогда не забуду, не забыто, хер знает, что написано. Как его, как этот, который оценивает эти золотые украшения? Не нумизмат, нумизмат это монета, как бы оценивает, блять, вылетело. Напишите в комментах, короче, я походу не вспомню сам. Да открывайся ты нахер. Оу. Знаете, это что, походу? Это напоминает мне фильм «Особняк Красной Розы». Или «Красная Роза, особняк». Очень долгий фильм ужасов. 2,5 часа идет. Страшно только на последних минутах 15. Основан на реальных событиях. Ну, так себе кинчик, конечно, но очень похоже вот на то, что здесь происходит. Рассказываю, короче, вам. Вы, наверное, не знаете. А я-то книжки читал, короче. Одному мужику, он был очень богатый. Ёбаные двери. Он был очень богатый. Что за... Олень на меня смотрит. Короче, ему предсказали, что он умрет, когда дом будет его достроен, короче, что он погибнет. Вот, и, короче, он погиб. Или там про всю семью, и он умер, короче. Вот, и его жена стала строить... дом, как бы ремонтировать его, переделывать постоянно, улучшала, все больше и больше комнат ей строители строили, короче. Вот, и в итоге там что-то 80 комнат, сколько-то там окон, очень огромный дом, он до сих пор, по-моему, никому не принадлежит. Вот, и короче, она разорилась на этом строительстве, все деньги въебала в этот дом, все строила-строила. Ну и когда строить стало не на что, она умерла, вот так. Это какая объемная картина. Блять, пошла ты нахуй! Сука, ебать! Это не объемная картина, это объебная картина. Объебали меня грамотно, что за... Че я? Где я нахер? Вообще ни хера не вижу. Пиздец, как стрёмно. А, блядь. Нет, не нападай на меня. А. Ёб твою мать. Ну и страшная же баба. Что за херня началась? Опять ёбаный рот, что такое? А, что за нахуй? Громко-то как, ёптать. А, блядь, надо наушники убавить. Уши мои, уши. Я чувствую, как кровь течет по челюсти из правого уха, в которое меня поимел хорошенько этот режиссер этой, сука, игры. Какого хера здесь происходит, твою мать? Мне кажется, это мой драгдилер игру делал, который любил с этим говном поэкспериментировать. Ну, шутка, конечно, шутка, вы что. О, записка. Dust Maze. Ну, Dust это пыль, это еще с контры знаю, что такое мисс, я не знаю. Ланкс. Ланкс, по-моему, грызуны. Grotus Curvum Dirt. Ралли Дёрт 2015, е, нихера не понятно. Я как-то одной девочке предлагал, говорю, слышишь, ты не хочешь попутно, пока раз что летсплеишь и знаешь английский, ты могла бы попутно обучать людей английскому на примере переводов и всякой фигни. Чё-то не знаю, надо найти активистов, короче, которые будут готовы заняться этой херней, потому что, ну, мне кажется, что тема может выстрелить и весело, и познавательно, ну, весело, если я буду, то будет весело. Что-то мне подсказывает, что не надо дергать за это говно. Но жутко. Интересно, что будет? Давай. Что за хуй? О. А, потайные двери. Как же мило. А. Чё-то я не понял, а куда я провалился, если я все еще здесь? Сука, пупсик, ты меня подставил, ублюдок. Я тебе припомню, гад. То-то я твоим братьям в детстве ножки-ручки поотрывал, да глаза повыколупывал.
Ну, были у двоюродной сестры куклы. Чё это там нахуй сзади грохочет? Бежим в пизду отсюда. Маркиз с таким крестьянским лицом. А у этого чё вообще? Чё у них с портретами? Они размыты. Блять, пошла ты нахер! Ой, бля. Paint Deep Lies. Глубокая краска лжет, что ли? Now, a tiny bit to the left. Yes, just like that. Какая-то тёлка. I want to get all those lovely curves just right. Чё он сейчас тут напиздел, вообще не понял ни слова. Подождите, она переворачивается. I'm not that round. Я не этот раунд, что, блядь? Пошёл в жопу. Хуйня какая-то, чё пишут? Что? Чё? Чё за звуки такие? Ну, сколько экземпляров Библии тут навалено, ты посмотри. Да пошел ты. Ебал я вот, что за хуйня, господи. Я думал, что скример здесь, блядь, он сзади был. Ой, блядь, сука, игра, ты чё, ты кого, ты... Блять, ты чё, ты меня пытаешься, блядь, ты меня пугать пытаешься? Сука, я зол, блядь, ой, я зол, сука, блядь, разбомблю сейчас нахер все. Давай, где скример? Скример, сука, давай. Она плачет кровавыми... Они повешены? Да ну нахуй, не было такие картины. Вот, Outlast, я в Outlast тоже ссался первое время, потом он меня выбесил, я как пошел там всех, блядь, как от... Как что? Как пошел, как прошел эту игру, да и все. Что-то можно было сделать. Что, опять на выход идти? Заебись. Ну, конечно же, коридор сразу куда-то пропал. Здесь сразу какая-то, сука, комнатка появилась. Ну, любовник тут сидит? Нет? Хорошо. Вторую даже открывать не буду. Какая-то коробочка. Из-под чего это? Недавно, кстати, переслушал рассказы Роберта Говарда, хорроры. Ну, писатель он, конечно, мощь был. Особенно вот «Голуби из ада» у него рассказ. Я вообще... У него голуби из ада, у меня кирпичи из зада. Кто-то плачет? Это не к добру. Когда бабы плачут, значит... Значит, все херово. Хотя почему? Маленькие бабы могут плакать вообще по любой причине. Не к добру это значит то, что я не один в этом доме. А вот это уже намного стремнее, чем какие-то там линяющие картины. Я так понимаю, что это дом с привидениями на самом деле, да? Мне так когда-нибудь жопу прищемит этой дверью. Первый шаг... Самый сложный. Садись три, как сказал бы мой учитель по английскому. Я ж тут был уже. На этой кухне. Хуйкня. Чё? Из картины вывалился яблочко? Чё такое? Закрыто. Чё за нахер? Чеснок упал. Блять! Ох, ебать, понеслась, родная. Давай, стращай. О, ёпта, я яблочный джекпот выиграл. Давай, давай, пугай меня полностью. Давай, сучка, попробуй, я готов. Моя жопа броня, блять, давай. Что это за говно? Сыр,
лодка пустая. Чё это такое за хуёвина? Кусок кожи, что ли? С, каким, с каким-то шрамом. А, это ж, блядь, это кожа со лба Гарри Поттера. Вон и шрам этот в виде молнии. Все, можно валить отсюда, из этой, блядь, кухни ада. Да ну нахер. Ван Гог, ожившие полотна, бля, мазафака. По всей России ездила выставка какая-то с ожившими полотнами, я чё-то нихрена не врубаюсь. Надо было сходить посмотреть, наверное, они... там, наверное, такая же психоделика. Что за музыка? О. Чё это за хуйня? Шапелес Дримс. Да, Дримс, блядь. Я не знаю, чей это Дримс. Кухня пропала. Блядь, может я так сейчас баню с бабами нащелкаю. Ну, чё не работает-то? Почему закрыто? Вы чё, охерели? Чё за нахуй? А чё с первого-то раза не открылось? О, нихера, лифт такой, слышишь? Вообще, а это сидуха, смотрите, посидеть. Наверное, это очень долгий лифт. Так, надо дверь закрыть, я знаю, как они работают. В некоторых домах еще остались лифты, где надо самому себе двери открывать, закрывать. И что это такое? On, run, блядь, хуй поймешь. Все, дверь уже не открыть. И сейчас, походу, на одном из этажей нас за жопу схватит чупакабра какая-нибудь. Блять, присесть, что ли, как-то. Там что-то прошло. Я видел, там что-то ходит. Ёб твою мать. Ай, маму делал. Интересно, а как тут сохраняться-то? Я просто думаю, что... Я не знаю, насколько... Ой, блядь, опять по микрофону попал, да? Сука, пятак зачесался. Я просто не знаю, насколько долго эта игра. Даже ранний доступ. Она может быть как амнезия на 3 дня. Тогда уже пора, не знаю, первую серию закончить. Я думаю, что достаточно кирпичей. Я из жопы уже обронил, как бы... Пойду посмотрю на свое посидевшее лицо, как бы... Изброжденная морщинами. Ну и к тому же, может, дальше играть смысла-то и нету. Я же говорю, тут вся суть обычно в записке. Хотя нет, слушайте, в инди-хоррорах обычно как раз таки все записки говно тупое. Сколько не читал, ну реально какой-нибудь бред. Короче, я не знаю. Пишите, жмите, что стоит дальше. Не стоит? Нет. Я думаю, что назад ехать не нужно. В лифте обои. Вы прикиньте, в лифте обои поклеили. Короче, все, амигос. Жопа, пойду лечить психику, посмотрю кинцо про динозавриков каких-нибудь розовых. Все, пишите, жмите.